Такую жару, 31 градус сейчас по Подмосковью, растут подубыльки. Смотрите, мы нашли на нашей контрольной точке вот таких красавцев. Подубовик крапчатый. Экземпляр побольше. О! И вот здесь старенький уже, рядом со старым гнилым, здесь посвежее. Первая находочка. Жарко. В жару растут грибы. Смотрите, беленький. Хороший какой. Несмотря на жару, в тени лезут летние опята. Я их не беру, но очень такие молоденькие, аппетитные, конечно, выглядят красиво. Много их здесь. Один грибочек тоже, наверное, белый. Но что-то... Да, я здесь уже перестоял. К сожалению, у нас были маленькие сыроежки. Сейчас посмотрим. Труха. К сожалению, сыроежки червивые. Вот какой красивый в ельнике стоит. Но дубовый. Беленький. Покажи. Класс. Смотрите, какого издалека увидели переростка. Ну да, он даже брать не будем. По нему видно. Красивый. Сейчас посмотрим вокруг, может что-то маленькое вылезло. Еще один. Ну, хочешь, сорви его. Мне кажется, тоже все. Вот ноги, ну, срезанные, да. Тут кто-то, да, ходил несколько дней назад, этот не заметил. Нет, сидит. А, ну да. Старый маховик. Старый маховик, да. Оставим его размножаться. Двух красавцев мы нашли. Но, к сожалению, а вот третий был. А вот он. Ельнички. Они уже, конечно, давнишние. Смотри, может, какой-то из них. Ножка еще... жесткая. Жесткая ножка, ну старая. Посмотри, ну, старый. За него. А этот совсем. Красивый, конечно, но старикан. Да, жаль. Жаль, да. Опоздали. Опоздали, да. О, как интересно выросло. Смотрите, сыроежка из пня. Ну, наверное, все напрочь. Ну, да. Червивая. Сгнивший один нашли. А вот чуть проходим, а тут такая картина, смотрите. Двойня срослась. Классно. Посмотрим, что это. Опа. Белые срослись. Один уже совсем старый, а вот этот можно посмотреть, малыш. И муж еще будет там большой, где-то растет. Пойдемте онлайн. Ходим по ельнику. Ельник, вот как под желто-бурые подосиновики, думали посмотреть здесь. А тут, оказывается, белая сетчатая. Фух. Комарья много, несмотря на то, что жара, как они вообще
выживают здесь в лесу эти животные. С такой дикой жарой иду. Вон большой, подожди. Сорви-ка, посмотри. Конечно, опоздали мы в этот ельник. Наверное, дня 3-4 назад можно было малышей набрать. Срывать? Да. Смотри, что там совсем. Ага. Да. Ножка-то такая, ну, хорошая. Ножка. Ну, проверить секунду надо. Посмотрим. Какой-то я нашла, что это? Сыроежка с проволочником. Вот. Еще одна. Ну, тоже все червивое. Симпатичный беленький. Ага, нога вся в труху. Вот такие, видите, они сейчас. Нечего взять здесь от жары. Отходим по ельнику. Вот еще парочка стоит. Смотрите. Ой, моим тоже уже совсем плохо от жары стало. Нельзя такие брать сейчас грибы. Можно просто отравиться. Маслята попались. Ой, ну этот червивый. Это тоже. Вот маленькие. Сухие они. Это червивые они, Андрюш. К сожалению, взять тут нечего. Видите? Вот, посмотрите, остановились. Корзинку сфотографировать. Выхожу из машины, чуть не наступила. Беленький, ну, конечно, труха трухой, да. Зато, смотрите, пару шагов делаем. А тут такой красавчик сидит. Супер. Еще в траве не собранный. Чувак. Видите, такой черной мякоти под шляпкой мы не берем даже. Смотрите, еще какой красавчик нашелся. Ох, нога плотная. Шикарный. Классный гриб. Вот и завершили мы сегодня наш выезд в лес. Особо ни на что не рассчитывали. С такой жарой, сухостью. В Москве, Подмосковье больше недели не было дождей. Вчера местами кое-где пролило. Но это особо толку мне по грибам не даст. Тем не менее, в лесу не пусто. Найдены несколько дубовичков, белых, сетчатых. И, конечно, в основном все червивые сейчас в такую жару. Но кто не может усидеть дома на диване, поедет и что-нибудь да найдет. Приятной тихой охоты, хороших прогулок по лесу и интересных грибных находок. До новых встреч!